было ограничение подачи воды в город. Вчера, это в 10 часов вечера, произошел небольшой сбой при подаче питьевой воды в город. То есть технологический режим подачи осуществляется на конечном этапе насосной станции второго подъема, который подает уже готовую питьевую воду в разводящую сеть из резервуаров. Что получилось? Значит, согласно технологическому режиму, в это время работает два насоса по подаче воды в город из резервуаров. Был включен третий насос на промывку фильтров, и в это время образовалась в резервуаре воронка. И через эту воронку воздух попал в систему, значит, водоподачи. Отключились насосы. Ну, мы тут оперативно сразу их перезапустили, эти насосы. Ну и, в принципе, в общем-то, на сегодняшний день, значит, доработаем режим, так сказать, работы насосов. Сделаем регламент немножко другой, чтобы не было совпадений включения насосов этих.